шли переговоры с Денисом Владимировичем Пушилиным о том, что мы окажем поддержку по восстановлению, прежде всего, разрушенных дорог, мостов в тех местах, где только что прошли боевые действия. Сегодня мы отправляем первую партию техники, которая туда зайдет и начнет работать по восстановлению 5 мостов. Это первая колонна, которую мы сегодня отправили. Думаю, что уже завтра, послезавтра они будут на территории Донецкой Народной Республики и приступят, соответственно, уже к работам.